Дело слов, Евгений. Почему прибалдел? Какая игра устанавливается? Resident Evil 3. Capcom. Capcom. RE Engine. Resident Evil Engine. А Space продолжить английский язык озвучки. А есть Russian? Ну, было бы глупо, если бы было. Английский. Язык игры русский, сабы включены, устройство звукового выхода, ТВ-экран, наушники. А, ну да, Space продолжить. Яркость пока так, так, яркость. Совместите, нахуй это все надо. Вот они, зачем-то японцы делают... Блядь, делают игру, но все настройки они туда заталкивают старые. Кому нужна вот это вот смещение экрана? Зачем это вообще все сделано? Для кого, блядь? Обработка данных. Донати, ёпта. Жалко, что я согласен. Передача игровых данных. Ясен пень. Получены особые костюмы. Следующие возможности игры были открыты. Кошмары. Новая игра, костюмы, настройки. Настройки смотрим по графену, что там показывает, а что показывает зона видимости, белый, красный, голубой. Так, DirectX 12, блять, как бы нам опять в бубен не провалиться с этим DirectX. Кадровая частота переменная, 60, переменную не надо. Вертикальная синхронизация включена, сглаживание фикс мне не надо. Вот, а... Поставим. Посмотрим, как все это будет работать. Качество текстур высокое. Вследствие интересного использования... интенсивного использования графической памяти присвоен оранжевый уровень. Возможны небольшие ошибки. Как они, блядь, игру делали, я вообще не представляю. Фильтрация текстур, я не знаю, что это такое. Но это анизотропная фильтрация. Качество сетки высоко. Качество теней максимальное. Нихуя памяти, смотрите, будет использовать. 6,5 гигов от видеокарты. А, память видеокарты. А что это такое, загрузка процессора? Качество графических эффектов. Я хуй знаю, что это все обозначает. Не знаю. Наверное, так будет хорошо. А, поехали, новая игра. А, упрощенный. Автонаведение, часть здоровья восстанавливается автоматически, враги слабее, вы начинаете игру со штурмовой винтовкой, вы создаете больше боеприпасов. Стандартный режим игры, хардкор, враги сильнее, предметы и боеприпасы пропадают реже, попадаются реже, вы создаете меньше боеприпасов. Может, упрощенный пойдем? Кошмар, попробуем там экшен, да вы чё? Стандарт бери. Ну, поехали, стандарт. Загрызка. На русском? Эпидемия распространилась быстрее любой болезни в истории. Рашка, ептать! Власти ожидают новые беспорядки. Людей избивают. Он потерял сознание. Лицо было... В городе объявлено чрезвычайное положение. Мы официально объявляем карантин на юго-западе власти США. Не знают. Честность, самоотдача, порядочность. Umbrella. Это ключевые ценности, лежащие в основе корпорации Umbrella. Знаем Umbrella твою. Под землей, которая была. И на этой основе контора. Мы продолжим строить светлое будущее для всех. Resident Evil 3.
Да, все на русском. Нет, я не слышал. Не слышал. Там вода течет. В туалете, походу. Нет, блин, нихуя там за окном. Вы смотрите, что творится. Черно-белый телек смотрит. Это японцы. Так-то. Ну и халупа у тебя. О, тень. Тень на плетень. Вентилятор. Ракон Сити. Откуда, я не понимаю, такой сквозняк, если я закрыл уже. Только я проговорил, короче, и этот пропал. Ветер. Ты че, блядь? Я даже напугаться не успел. Музыкалочку можно включить. В пятницу музыкальный стрим. Всех вас жду. А, просто толкать надо. О, здорово. Мойся. Пистолет лежит, блядь. С косметикой рядышком. О. Течешь, мать. О. О, нет. О. У тебя глюки, ёпта. Стреляй. Давай, тряпка. О! Так. Вот черт. Еще тот черт. Стопэ. Блять, нету никаких настроек. С каждой ночью все хуже. Как спать после таких стримов? С каждой ночью ей все хуже. Добавлен раздел костюмы. В нем можно выбрать костюмы для персонажа. Хорошо. Игровое время 1 минута 18 секунд. А зачем это, блядь, вообще? Так, звуки. Звук. Громкость озвучки. Максимум. Громкость фоновая. Так, так. Вот так вот сделаем. ТВ-экран. Динамики. Динамический диапазон. Тихо. Крупная. Тихо, крупная. Крупная, тихо. Поставим. Графончик. Графончик, огонь. Камера. Инверсия, чувствительность. При оповещении. Экран белый, красный, RGB. Зеленый вроде горит в видях. Чуть погромче включить. Еще 3 дня, и я наконец уберусь отсюда. А где ты вообще? А, так это та же самая хата. Вон телек показывает. Ну и... А, так я уже... Ты что, в приседе идешь? Ебать, да он цветной. Че, опять в ванную?
Блять, страшно уже заходить. Уже страшно, я не пойду туда. Выйти можно? Нет, не пускают. Не пускают. Вот она. 6 гигов видеопамяти. Ну, почти 7. Почти 7. Выпиваешь пачку снотворного и молишься, чтобы эта хрень не пришла ночью. Да. О, 28 сентября, 20.07. Ракон Сити. А это кто? Блядь, так толкни дверь-то. Распечатанный конверт. Листать. Они не выпускают меня из дома. Парни в окне через улицу следят за мной. Круглые сутки, 7 дней в неделю. Эти люди Айронса. Амбреллы. Я не знаю, да и разницы, в общем-то, никакой. Я знаю, что они пытаются сделать. Они хотят подавить меня, замучить так, чтобы добиться согласия, и это работает. Я с трудом могу есть и спать. Я схожу с ума, чувствую себя ходячим трупом. Но я не дам им победить. Мне нужно выбраться из города и найти способ привлечь их к ответственности. Конечно же, они пошлют кого-то, чтобы заставить меня замолчать. Если дойдут слухи, что меня убили, или что они там сделают с такими, как я, тебе нужно продолжить расследование. И это с этого момента, где я остановлюсь. Мои файлы зашифрованы. Они расскажут все, что тебе нужно знать, если этот пакет не перехватят. Я уезжаю ночью через 5 дней. Пожелай мне удачи. Удачи. Да, сейчас. Да, иду. Иду. Алло? Джилл, ты в порядке? Да. Брэд, это ты? Срочно выбирайся оттуда. Что случилось? Нет времени объяснять. Выбирайся немедленно. Хорошо, дай только... Нихуя! Ты кто, мать? Ебать, тут какой-то Йеннер будет. Охуеть. Что это за хрень? Вообще. Я сам в шоке, блядь, мать. Беги, блядь. Что это за хрень? Это мужик какой-то здоровый, блядь. Надо? Что за? Охренеть. Пиздец, вообще не говори. Блять, нихуя, он спрыгнул. Ебать, у него там червяк какой-то в руке. Сейчас он вставит по-любому этому червяку. Ну, это японцы. Это японцы, и если в японской игре нету, блядь, не показывают жопу крупным планом во весь экран, это не японская игра. Японцы любят. Оу! Порнушку такую! Ладно. Да что ты, сука! У вас там нормально все идет? Или у вас дропы? Напишите мне. Все норм? Охуеть ты, господин, блядь.
Ёптать. Да ты вообще дурак, блядь. Какого хуя? Смотрите, если надо, я громкость добавлю немного, если кому-то что-то не слышно, давайте я громкость игры добавлю. Напишите мне. Если надо добавить, то давайте добавим. И сейчас сделаем коротенький перерыв буквально, там у меня ребенок пришел, сейчас буквально пару минут. И напишите по поводу громкости. Так, ага, понял, голоса людей немного тихо. Ну я вебку тогда включать не буду, или что, включить, или не надо включать. Чтобы вам лучше видно было просто. Голоса людей. Сейчас давайте попробуем поднастроить. Мы сейчас сделаем следующим образом. Звуки. Голоса, озвучку я поставлю вот так, эти. Озвучка на полную будет. Это убавим. Чтобы потише было. Вот, так должно быть нормально. Спецэффекты, чтобы поменьше слышно было. Что это за монстр? Без понятия. Но он охотится за агентами Старс в городе. Тобой и мне. А, Димон, спасибо за подписку. Кстати. Сама подумай. Чем больше ждем, тем больше в жопе.
Макаров Дениска тоже подписался. Спасибо. Как все произошло так быстро? Я не знаю. Но беда никогда не приходит одна. Все как в Аркли, но хуже. Стрелять уже нечем. Где этот чертов? Эй! Сюда! Мы здесь! Вот черт! Бег, shift. Это какой-то сон. Как столько людей могло заразиться? Брэд! Берегись! Сюда! Их так много. Блин, чат чуть-чуть не вижу. Сейчас чат подправим, подождите секундочку. Сейчас, одну секунду, пожалуйста, еще чуть-чуть черного экрана, так скажем. А, даже черный экран не включился. Если будет лагать, сразу говорите, будем настройки шевелить. Подождите. Блять, а как его отбить-то? А, никак? Продолжить. Продолжить, пускай доедают. Так, подожди, к ним туда. Это мы видели уже. П, нажмите П, Р, П. Блять, что за кнопка П? Пропустить Space. Мы это видели. Давай резче. Сзади. Ну! О, блядь, за руку его. Руку отрезай ему. Блядь, Брэд. Мы справимся. Брось, Джилл. И так все ясно. Лагает? Не ясно. Если лагает, давайте настройки убавлю. Смотри, не облажайся, как я. Иди. Пишите, лагает, не лагает. Будем убавлять настройки немножко. А то я что-то выкрутил. Жаль, чересчур, по-моему. Сглаживание прямо охуеть какое. О, волына. Сожалею. П-паузу. Блять, матрошек-то нет больше, все. Подписка лагает. Куда идти-то? Ну, а, во. Заскриптовано все. Сука, их тут очень много. Эй, вы! Внизу! Идите на крышу парковки! Иду, иду, иду. Парковка. Ясно. Сэр, вы в порядке? Назад! Не подходите! Спокойно. Вертолет доставит вас в безопасное место. Безопасное? Я никуда не пойду. Парковка близко. Я провожу нет, вас. Безопасно только здесь. Гидрант. Заебись, он закрылся. Заходим. Ой, собачки. Доберитесь до парковки на крыше. Хорошо. Твою мать. А патрошек-то нету. Дерещи. Ладно, хоть КТЕ нету. Японцы любят жопу в кадре, блядь. Во всех играх, блядь, японских жопа в кадре. Сиськи и жопа. Желательно в большом размере. Озабоченные.
Куда? А, во. Ёбана отхлёбана. Опять этот хмырёнок. Прости. Мы на машине поедем? Спейс. Ну же, заводись, блядь. Действительно, бледина ебучая. Моя очередь, сука. Ебать, твоя очередь, дура. Прикольный переворот камеры. Нихуя, он вообще металлическому похую этому чуваку. Ему просто насрать, он горит даже. Ты кто, блядь? Гандон. Нихуя, блядь. Четырехзарядный гранатомет. Так, спокойнее, я помогу. Кто ты? Что ты делаешь? Я Карлос. Спасаю тебя. Давай, пойдем в убежище. Замес. Это замес, блин. Ну, нормальный такой экшон с самого, кажись, с самого начала. Кажись. Надеюсь. Мы собираем здесь выживших. Где здесь? Мои ребята переделали вагоны в убежище. Все чисто. Я в норме. Личное пространство. Хорошо, понял. Идем. О, да ладно. Дай потрошек. Так их закрыл. Придется идти в обход. Да сука. Так что ты знаешь о том монстре? А во. Ничего, никогда такого не видел. Но это не зомби. Он точно знает, чего хочет и не остановится. Любишь таких мужчин? Ну нет, он весь твой. Поверь, ты в надежных руках. Я из отдела противодействия биоугрозам Umbrella, сокращенно UBCS. Ты издеваешься? Ты, блядь, издеваешься? Это же из-за вас все случилось. Стоп, 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 стоп. О чем это ты? Действительно. Доверять мне ты не обязана, но я иду в убежище. Дай автомат. Давай, сюда. Да я иду, ты, блядь, беги уже немножко. Ну, бегает она, конечно, пиздец. Капитан, этой милой даме пригодилась бы помощь. Карлос, ты даже не спросил милую даму, как ее зовут? Она элитный боец Старс, специальной тактической и спасательной службы Ракун-Сити. Ее зовут как-то там Валентайн. Джилл. Рад познакомиться, Джилл. Я командир взвода UBCS Михаил Виктор. Нас послали сюда спасать гражданских. Михаил Виктор? Ну да. Это что, блядь, такое? И как успехи? Город полностью отрезан от мира, изолирован. Большинство многотысячного населения ждет смерть. А, поправка, бессмертие. У моего взвода сильные потери. Даже уберечь их жизни я не смог. Благодарите за это свое начальство.
Да. Да-да-да-да. Михаил Виктор, оригинально. Возможное. Если сдвинем с места этот поезд, то спасем часть выживших. Но нужна помощь. Мои люди сами не справятся. Ну, мы же элитный боец, так что все нормально ладно. Будет. Ну ладно. Я в деле. Но я на их стороне. Не на вашей. Без проблем. Мы ведь тут все заодно. Спасибо, Джилл. Волосы двигаются. Хорошо, Саперкоп. Держи. Это чтобы быть. Новую видяху возьмем, блядь. Я знаю, что такое рация. Через полтора месяца нормально будет. Будем смотреть на лужу, блядь, и на всякую хуйню. Сперва снарядим тебя. Поднимайся на улицу. Там будут припасы. Окей. То есть ты меня обратно выгоняешь? Черт, капитан. От вас прям кусок оторвали. Ничего, проживу и без него. Нет. Это же коридорная игра. Че, куда это? То есть он теперь меня в обратную сторону отправил, да, я так понимаю? Замечательно, просто супер. Там полно оружия, иди набери оружие себе. А, нет, смотрите, нихуя. Тихо, подожди, может вот в эту дверь? Нет. Dino Bites. О, использование карты. На карте отображается не только ваше текущее местоположение. Здесь также можно найти все ключевые места, найденные, но не поднятые предметы. Да? Так, ну это паровоз. Нам сюда. Вот нам куда надо было идти-то. Первая полоса желтой газетки. Каннибалы-убийцы. Неаппетитная история. Туманным утром 25 сентября в полицейский участок Ракон-Сити позвонил взволнованный гражданин. Произошло дерзкое нападение. Некий растрепанный бродяга напал на прохожую к северу от художественного музея Лэмс. Прибывший на место офицер полиции обнаружил в мусорном контейнере изуродованное и расчлененное тело женщины, покрытое следами множества укусов. Очевидно, несчастная была съедена, и это третий подобный случай в Ракон-Сити за последний месяц, блять. Так кто же виноват? Кто превращает людей в стейки? Нас в News Comment гложет чувство, что больным, так называемым каннибальской болезнью, которых, по идее, в августе бесплатно лечит Спенсер Мемориал, стало не хватать еды в больничной столовой. Наши репортеры отправились с Спенсер Мемориал за правдой и вернулись с добычей, от которой у нас, дорогой читатель, волосы дыбом встанут. У вас волосы дыбом на лобке. Подробности на следующей странице. Ну, страниц больше нет. Бля, читать здесь, походу, придется очень много. Джилл, это снова я. Ты уже поднялась? В процессе. Так какой у нас план? Старик приказал расчистить пути. Сможешь заставить метро снова работать? И как мне это сделать? Сначала восстанови питание. Доберись до главной улицы, и я укажу путь к подстанции. Поняла. Не будем мешкать. Да. О, чемодан. Ну, наконец-то, ёптыщ. Использовать. Изучить. Изучить? Изучи. Изучила? Объединить. Объединять же можно, блядь. Изучить.
Ну, прям вообще шикардос. Ну и нахуй этот ящик здесь стоит? Мне потрошек чуть-чуть. Травы в полевых условиях. Ну-ну, вспоминается. Учебник травоведения UBCS. Мы в UBCS не терпим нытиков, которые ползут на базу после каждой царапины. А что не сразу к мамочке? Те, кому чего, блядь? Те, кому обрыдло... материнское молоко. Обрыдло. Я хуй знаю, что это за слово такое. Пусть запоминают эти рецепты. Нехорошо. Мощная микстура. Зеленая трава, 2 штучки. Микстура максимальной мощности. Зеленая трава плюс красная трава. Либо зеленая трава, 3 штучки. Целебный спрей. Самостоятельно его не приготовить. Увидишь, бери. Пока все, а теперь... Заканчивай и пошли пить пиво. Пить пиво. Пить пиво среди недели нельзя. Вау. Пистолет. 15-зарядный пистолет. Я понимаю, а что это? Зачем это? Подтвердить. Что подтверждать-то? Думаю, я бы смогла включить это. Подожди, а где нож-то? Я поняла, что и куда вставлять. Вставлять? Так давай я тебе вставлю, блядь. Ага, ножом можно резать. Печатная машинка. Сохранение, блядь. Печатные машинки, сука, в этой игре, да. Монета восстановления, монета железной обороны. Это все есть у меня уже. Хот-догер. Болторез. Отмычка, блядь. Руководство стар по боям. По рукопашному бою, если есть в наличии, физические трюки становятся легче выполнять. При увеличении количества эффектов усиливается. Ну, хорошо. Добавить. Так, справочника по созданию. Если есть в наличии, повышает количество боеприпасов, получаемых при создании. Блять. Нихуя здесь оружия сколько. О, вообще бесконечное. Кого? Нет, ничего не надо добавлять. Вот вообще, смотрите, бесконечно. Пистолет МИГ, бесконечность. Это тоже бесконечно. Да? Ничего себе, блядь. А что это такое? Читы, блядь? Так, подождите. Так, блядь, не влезет все-то. Гранатомет войдет? Войдет, отлично. Так, пистолет. Убрать вот этот. Вот этот бесконечный поставим. Что это, блядь, за оружие? Все бесконечное, я не пойму. Мне бы вот этот еще взять. Давайте я вот эту хуйню уберу и вот этот бесконечный возьму. Нихуя я оружие набрал. Заебись. А это что такое? Оп. Набедренная сумка. Больше влазит. Точно, блядь. Еще одна. Блядь, сплошные читы. Хорошо. Теперь сюда возвращаемся. Будем читерить. Сюда кристаллы нужны. В смысле, не стреляет, что ли, оружие? Ну, подождите. Ну-ка, дай-ка один, два. Не, все стреляет. Да, бесконечно, ёп. Один автомат, нахуй. Ой, прям вообще. Отлично, все работает. Так, ну, что, мы с собой возьмем... Справочник по созданию, я думаю. Болторез возьмем. Отмычку возьмем. И вот этот кинжал возьмем. А ножик, наверное, нахуй выкинуть можно, да? Хот-догер. Этот нож против биооружия, разработанный Umbrella, используется теми, кто любит покрасоваться. Лезвие может сильно нагреться, от чего жертва... Да? Ну-ка. Не-не-не. Вот это убираем. А это... Подожди. Вот это вот сюда. Поставь сюда. Сюда. Оп. Вот так вот. Ага. Так. Усовершенствованный нож. Хот-догер, блядь. Надо достать его сейчас.
Монета восстановления, монета железной обороны. Значительно повышает оборону. Если есть в наличии, если может, больше эффект усиливается. Если монет больше, эффект усиливается. Нет, подождите. Монета железной обороны. Монета железной обороны. А. Монета восстановления. Это, видимо, я качнул, короче, со всеми DLC. И, видимо, этот лайфхак, блядь, он тоже здесь есть. Так. Постепенно восстанавливает здоровье, если есть в наличии. Если монет больше, эффект усиливается. Хорошо. Это сюда? А я что, блядь, кинжал-то вытащил, что ли? Ёбаная жесть. А нахуй мне нужен этот ножик? Так. Монета нападения. Значительно повышает силу атаки, если есть в наличии. Я руководство возьму с собой. А это что такое? А, справочник по созданию. Блядь, ну мне сумки надо искать, расширять надо ассортимент. Так, двушка это пистолет. Один это автомат. Три. Гранатомет. Ну-ка. Ой, отлично, прям вообще огонь. Подожди, перезаряди, ёпт. Ты вообще без перезарядки ебашь. Красава. А где фонарик, а? Так, ну вот теперь надо сохраниться, насколько я понимаю. Да, перезапиши, пожалуйста. Отлично. Ой, блядь, два сохранения пишет. Ну да, здесь же идет подсчет. Ох. Не заходи туда. Там нехуй делать. Еще выжившие. Надо завести этот поезд. Быстрый шаг. Да это я знаю. Нихуя себе, блядь. Так. Кристаллы в те часы нужно вставить. Кинешь в ВК ссылку, откуда качал. Хорошо, хорошо, Димка, конечно. Сейчас, кстати, подожди, сейчас. Одну секунду, пожалуйста. Так, Ctrl. А, где она у меня? Сейчас, секундочку. Ctrl-J. Показать. А он, по-моему, так сможет закинуть сейчас. Одну минутку, пожалуйста. Так. Стопэ. Сообщество. Не-не, мессенджер. Так, Димон. Так. Документы. Загрузить файл. F. А чё ты, блядь? Так, сортировка по... По дате изменения. Все, Димон кинул. Проверь. Кинулось там, нет? Оп, тихо. Патрошки. Патрон для пистолета 15 штук. А их помещать некуда. Я про это и думал. Да. Нет места. Нахуй мне патроны, если у меня, блядь, не заканчивается ничего. Оу! Да сука! Конь ты безобразный! Ну-ка.
Куснули? Спасибо, получил. Да не за что, Димка. Тебе спасибо за заказ стримов таких. Телепаются, ходят. Я на главной улице. Куда дальше? Видишь большие опорные башни? Это подстанция. Сможешь попасть туда через переулок справа. Ты про переулок в огне? Возможно. Ну, огонь бабе вроде тебя такое не помеха. Да пошел. Бабе. Такой плевок. Просто плевок. Хули не расстреливать-то их всех, тварей этих. Надо потушить огонь. Нет? А, ну так. Пистолет, бесконечность. Не понял. Подожди. Что такое? Подожди. Болторез. Инструмент для резки цепи металлических тросов и другого тонкого металла. Отмычки. Использовать нельзя. Не понял. Нам что-то нужно. Нам, блядь, сейчас придется выбрасывать на гранатомет. Опачки. Ну, пойдемте, нам гидрант нужно использовать. Нам нужен ключ. Я это помню, блядь, по той игре. До ремастера. Да нормально, мы вооружены, что там. Какой гранатомет? 4 у нас, по-моему, да? Нет, 3, ёпт. Ха! Тряпки вонючие! Нет, ты его прибери. Во, что это такое? Подружки. Чтоб не встал, падла. Порох. Да ладно! Би-2, блядь. Я в шоке. Пришел пиздец. В сторону можно зайти.
Что это? Пожарный шланг, ёпты! Нашел. Куда его только положить, блядь? А сколько он места занимает? Присоединив его к гидранту, можно потушить даже серьезный пожар. Подожди, а открывашки... Блядь. Отменить. Надо сначала выложить что-то. Что-то покласть надо сначала. О. Во. Оп. Сука. Серьезный замок, а ключей нету. Может, соседний? Ручная граната. Ну, наконец-то, ёпташ. Ладно, хорошо. Хорошо, блядь. Пусть так будет. Ну? Подтвердить. Я подтверждаю. Нет места. Блядь, да что ты? Выбросить. Я и выбросить не могу? Гениально. А что я могу выкинуть? Выбросить предмет. Она и выкинуть его не может. Да вы чё, блядь? Записка ремонтника метро. Беспорядки за несколько дней превратились в катастрофу. Пришлось купить дробовик. Вдруг совсем дело, беда начнется. Запру его пока в оружейном стойке. Думаю, мародеры не доберутся. А пока поищу патроны, где только смогу. Когда начнется, обрежу цепь. И вот он, голубчик. Молюсь, чтобы мы все выжили. Отмычка, блядь, точно. Так а хули толку-то? Гранаты, блядь, опять говорит. Во. Ну-ка. Точно, смотри. Окей. Ну, это дробаш здесь. Дробаш это хорошо, но он не бесконечный. Лечебный спрей. Гениально. Я не могу ничего сделать. Я не могу ничего взять, я не могу ничего выкинуть. Дробаш вот он, кстати. Во. Чё-то я набрал во все слоты, блядь. Мне ящик нужно расширять. Да не, нахуй мне обосрался этот дробаш. Не, ну подождите, реально, а как выкинуть-то, блядь? Переместить. Shift. Выбросить. Потушите огонь. Я не могу выкинуть. Изучить. Но это потрошки делать. Зачем я эту приблуду взял? На 4, блядь. Спрей подтвердить внизу написано. Ну вот сюда, например. Нет. Я нажимаю Space, нихуя ничего не происходит. Нельзя выкинуть эти предметы из инвентаря. Я в шоке, блядь. Нам... А куда нам теперь, блядь, бежать? У меня вопрос. Видимо, это центр управления метро. Видимо. Во, ящик! Огонь! Блять, он закрытый. Использовать предмет. Я сейчас в ящик смогу сложить? Потрошки, блять, стоят. Не-а.
Вообще никак. Безопасность на подземных железных дорогах. При прекращении подачи электричества система метро автоматически отключается. После восстановления подачи электричества укажите на панели управления станции, где поезд будет останавливаться, а также используемые пути. Если маршрут проложен с ошибкой и не отвечает требованиям безопасности, операция будет прервана. Нет, это все хорошо, конечно. Ничего. Ничего что? Ничего, блядь, пустое место. Подождите, ну мне реально разгрузку надо сделать где-то. Мэ. Цифра Мэ. Карта, файл. Нет, нам нужна карта. Где я могу теперь это все барахло выложить? Нигде? Магазин пончиков. В магазин пончиков мне надо, блядь. Нет. Тут порох. А это что такое? Пожарный гидрант. Порох. Вот, ёптать. Сюда мне надо. Короче, выходим обратно. Идем по улице. И попадаем вот сюда. Сменить зону. С. Сука, ну мне же по-любому сюда надо. Приблизить. Переместить. Закрыть. Уходим отсюда. Возвращаться будем во второй раз. Мне нужно разгрузку сделать. Разгрузиться. Так, я отсюда вышел. Пойдем Би-2 слушать. О, лесенка туда еще стоит. Плохо дело. Да, дела плохи наши. Так, погоди. Я вот здесь теперь. Нам нужно развернуться. Вот оно. Здесь? Твою же мать-то. Замысловатая коробка? Гениально. Не-не, я не туда зашел, нам следующее. На, вот сюда. Что это было? А, это патрошки, ну да. Погоди, я пробежал? Да, я пробежал где-то справа. Нет. Черт. Это вот здание. Блять, я отсюда вышел, а сюда, наверное, обратно не попасть, да? Или попасть вот здесь, вот точно. Да-да-да. Все, разгружаемся. Ой, как сложно. Хранить. Хранить. Кстати, я еще один бластер не попробовал, а он что-то как-то, по-моему, вообще не активен, да? Выбрать. В смысле? Убрать. А, во. Ух ты. Да, пизду. Хуевое оружие. Против лома не попрешь, блядь. Хранить. Так, его вот сюда. Можно? Объединить с чем, блядь? А, хорошо. Во. Здесь вот так. Здесь вот так. Все. Больше ничего не делаем. Отмычки с собой. Эта херня с собой. Шайба монет восстановления с собой. Огонь.
Я думаю, что теперь у нас будет немножко хватать всего. Кстати, надо было запомнить. Я же не выбиваю ни золото, ни платину. Да. Все, отлично, я разгрузился. Нет, ты чё, это, да, это пиздец. Это грустно вообще. Я вообще последнее время, знаете, смотрю на, вообще на игры, блядь, и в шоке, если честно. Действительно, цену ломят. Цену ломят, как не знаю за что, а по факту, блядь, хуйня какая-то полная. Во, отмычка. Использовать. Отлично. Сука, напугал меня тварь синяя. Ой. Замысловатая коробочка. Я что, взял с собой коробку, что ли? Нахуй она обосралась. Осмотр предметов. Любой предмет можно осмотреть в с разных углов. Выберите его и нажмите лупу. Возможно, вы узнаете, что изучить. Space. О, кристалл, блядь. Зеленый камень. Искусственный изумруд. Похоже, его можно куда-то вставить. В жопу, блядь. Так, коробку выкину. Если что, кристалл выброшу. Хе-хе, листать. Ваша кукла Чарли. Оригинальная кукла Чарли создана по образцу основателя Toy Uncle Чарли Макбергена. И давно стала символом компании. В честь нашего 25-летия мы с гордостью представляем эту фарфоровую куклу Чарли. Новый Чарли создан любящими и заботливыми руками наших мастеров. Это превосходный и редкий подарок, выпущенный ограниченным тиражом. Надеемся, он станет любимым членом вашей семьи. Внимание! Продукт повышенной хрупкости. Не ронять и не ударять. Я понял. Хорошо. Так-то. Ну вот и нахрена я сюда зашел? За изумрудом? Здесь... Я вот здесь пропустил. В них кристаллы. Не, я понял про кристаллы, я все понял. А, вот здесь я пропустил, да? Нет. Короче, я где-то что-то пропустил, ладно, хрен бы с ним. У нас пожар. У нас пожар, где? Нам вот сюда. Нет. Блядь, я забыл, куда я шел. А, нам вот туда, да. Все, я вспомнил. Не, ну это хорошо, что они не респаунятся, и нам не приходится по одному и тому же месту пробегать и по 10 тысяч раз их убивать. Вот сюда я не заходил. Мне интересно, что здесь. Что это за жижа? Какая такая... Что это за ящики? Ага, цветы. Зеленая трава. Ну, наконец-то, ёпт. Можно что-то сделать? Там что-то или кто-то... Там кто-то ест кого-то, по-моему. Ты подскочить хотел, сука? А вон тот ублюдок, походу, и ел кого-то. Порох. Нет, я его брать не буду. У меня безоткатные патроны. А, во! Смотрите, теперь я открыл прямой путь. Хорошо. Лесенка теперь вниз спустилась, и это замечательно. Почему фонарь не включается? Может быть, его F... Q. Нет, Q, она резко разворачивается. На 180 градусов ебашит.
здесь у нас что? Блять. Сколько же здесь ходов? По-моему, вот этот мужичело закрывался. По-моему, он закрывался. Портреты. Мона Лиза, что ли? Нет. Я думал, Мона Лиза. Опачки. Дневник владельца аптеки. 24 августа. Новый тоник для волос от Амбреллы. Просто сметают с полок. Хотя неудивительно. Их продукт всегда работает на ура. Вот и я сказал заказал большую партию. Уверенность окупилась буквально. Продажи растут и вырастут еще, когда все узнают. Поговаривают, что где-то случились беспорядки. Надо подумать, не купить ли сейф для пишущей пущей сохранности такой кучи денег. 2 сентября. Новый сейф идеален. Никто не знает код, даже моя дрожайшая жена. Это секрет, я разделю только с королевой Акуакуры. А она никогда не скажет его ворам. Это подсказка, блять. Это точно подсказка. Порох, не надо. Акура, хуюра. Ну, ты как бы это, как бы да. Где Акура? Акурок где? Здесь окурка нету. Можно, блядь, свет включать здесь? Это Resident Evil, и здесь постоянно темно, блядь. Это всегда было так, и остается. И остается, блядь, во веки веков. Аминь. Здесь завален выход. Но это место, да, мы здесь были. Да, я вот сюда еще не забегал. Погоди, я вообще куда пришел-то, блядь? Ебать, я вообще потерялся. Что это? Это сейф, наверное, да? Да, это сейф. Это сейф. А, это что такое? Замысловатая коробочка. Коробочку взяли. Подождите, я что-то, блядь. Давай, пошли в обратку. Нам направо. Это на самое начало там, по-моему, нас выкидывают. Нам сюда. Би-2. Почему здесь песню Би-2 поставили? А, так, блядь, я же здесь был. Надо было сюда-то и пиздовать, соответственно. Как его добить? Он опять встал. Забрали. Так, здесь у нас что-то полезное было. Здесь был спрей. Спрей заберу. Это что? Граната. Гранаты не влезут. Порох. Порох не нужен. Дробаш. Дробаш брать не буду, потому что его уже класть просто некуда. Идем с этим гидрантом. Нам бы расширить инвентарек, но где взять, пока непонятно. И так две сумочки дали. Я вообще не представляю, как играть, блядь, без этой хуйни.
Так, тут гербарий, тут, в принципе, мы ничего, по-моему, не собирались. Я не собирался здесь ничего брать. Тут патрон для дробовика, они нахуй не нужны. Я не буду дробовиком играть. Хотя я люблю, конечно, пострелять дробашом. Но у меня, к сожалению, нет места для него. Тогда придется эти алмазы выкинуть и все выбросить нахер. Я не буду этого делать. Пойдемте дальше. Как будто вставили. Блять! Говна кусок. Так, там возвращаемся. Подождите, я опять запутался. Там мы возвращаемся и бежим сюда. Здесь же у нас пожар. Вот он. Использование сюжетных предметов. Чтобы открыть дверь или решить головоломку с помощью предмета, выберите его и нажмите «Использовать». А мы это уже делали. Спасибо. Использовать. Заливай тут нахер все. Туши пожар. Бабище. Вот так-то лучше, да? Восстановите питание в подстанции. Репейр. Ну да. А, ну вот кусачки уже висят, смотри. Кто здесь? Я посмотрим. Камера нацелена больше на жопу, нежели на окружающий мир. Да, а я про это и вам и говорю. Возьмите Tomb Raider. Та же самая картина. Да, большинство игр видно, что они делаются с таким подтекстом, чтобы на жопу, на сиси, да, там, на все на эту, на писи, блядь. На, изучить. Хули его изучать-то, нахуй, он обосрался. Во! Ну, наконец-то, ёптать. Сложить хоть можем. Хранить. Хранить. Спрей один тоже хранить. Хранить будем. Так. Печатная машинка. Это для записи. Хотя я не думаю, что надо было записывать, блядь. Тут по факту, блядь, мы победим. Я думаю, что и без этого всего. А! Кому-то вставили. Да, аккуратней, аккуратней. Не смотри ты на меня так, я не заражен. Тихо, давай. Нет, нет, не стой! Правильно. Какого хуя? Он заражен. Возможно, заражен. Пеп Старс тряпки. Вот и дохните, как мухи. А ты откуда? UBCS? Своих же убиваешь. Он бы обратился. Где твой инстинкт самосохранения? Возвращайся на станцию. Нам здесь такие сопляжуи не нужны. Натуре. Для дробаша. Нормально он так-то его пришкварил. Че это такое? Дневник тренировок. 10 июля. 90 килограмм, 12 кругов. Пробежки по двору. Два повтора. Нахуй нам дневник этого чувака, я понять не могу. Нет, здесь мы были. Че он сказал, куда возвращаться-то? Подожди. Восстановите питание в подстанции.
Блять, ну и куда я теперь должен идти, интересно? Ёбаный кретин. Зачем ты его пристрелил-то, блять? Дебил. Открывай ворота. Не открывает. Ну а здесь идти, по сути-то, и некуда. Да, да, да. Да нахуй они меня обосрались, ёбаный в рот. Давай я в ящик, в чемодан все положу. Запасные будут. Питание восстановить. Я не видел ничего связанных с питанием. И куда я должен идти, интересно? Снаряжение, файл. Да нет, это дневники тренировок. Ваша кукла, дневник владельца. Карта. Кто-нибудь знает, куда идти надо? Ведется поиск. Другая карта. Поиск завершен. Кто-нибудь может сказать мне, куда идти? Дальше-то что делать? Может, к этим ебланам вернуться в метро? Иди на север. Ага. Точно, блядь. Шутник. Я предлагаю в метро только сходить, а больше куда идти-то? Надо сходить, сказать, что там пидор какой-то пришел и расстрелял солдапонца. Я отправил Карлоса расчистить пути от мусора. Может, заодно и мозги себе от него прочистит. Ха-ха. Шутник, блядь. От мусора он пошел расчищать. Сука, давай я запишусь. Я просто не представляю, блядь, куда идти дальше. Ну, давайте. Будем пытаться здесь что-то. Здесь что-то куда-то дальше, блядь. Так, нет, нет, не здесь. Дальше. Я вообще не представляю. Ну, хоть бы какой-то указатель, блядь. Стрелочку поставили какую-нибудь. Чтобы понимать-то, куда идти дальше-то. Восстановите питание, блядь. Тут же у нас тупик. Блять, напугал, тварь! Ебливая!
Нет, это не встал. Блять! Да ебаш ты его! Я же вот только здесь пробегал, блять, никого тут не было. Вот здесь я не был в этом магазике. О, блядь, растение. Все завален. Давайте я возьму растение. Че? Порох. Что это? Высококачественный порох. Замечательно. Патроны до пистолета. Он вышел здесь. Я не представляю, куда дальше-то идти? Туда явно нет. Хрен простыш, короче. Да пиздец. Может быть, в комнату управления метро сходить? Так он сказал восстановить. У нас задание-то. Вот оно, слева написано. Восстановить питание с подстанции. А где подстанция-то? Офис метро. Где дорога на подстанцию? Станция метро. Что это такое? Постамент. Че, блядь? Сейф. Ну, пойдемте, зайдем на станцию. Может быть, там что-то пошевелить? Ну, я сомневаюсь, конечно. Там что-то надо шевелить. А здесь идти больше, по сути-то, и некуда. А, ну вот, я нашел новую дорогу, блядь. Сюда я не ходил еще. Сейчас станет. Здорово, товарищ! Айдайте сюда. Да я ж сказал, это залупа встанет. Меньше возни. Больше дела. Потрошки-то ты зачем собираешь? Сбор сюжетных предметов. Ненужные вещи или использованные сюжетные предметы, помеченные значком «мусор», можно выбросить. Для этого нажмите «мусор». Для этого нажмите «мусор», блядь. Не-не, подожди. Вот это и выбросить. Да. Нахуй, обосрались, патроны эти. Ручная граната. У меня гранатомет есть. Бля, ну эта дорога тоже никуда не ведет. Это тупик. Это тупик, и это видно.
Здесь эта дорога, она тоже никуда не ведет. Напугал. Вот сейчас чуть-чуть кровь так отлила, блядь, прилила к ногам, точнее. Здесь нет ничего. Я в станцию хотел еще раз забежать. А вот здесь вот что у нас? Нычка. Что это? Патрон для пистолета. А я туда ходил? А там закрыто. Ну, давай еще раз. Валяешься, блядь, в этот раз. И этот лежит. Красавцы. Тут ничего нет? Ничего нет. Так. Ну а здесь у нас ничего такого нету. То есть ни карт, ни хуярт, ничего нету. Дробашек тут стоит. Ты можешь перелезть? Нет. Не, ну ты же вот посмотрела на эту карту, блядь. Она же что-то там вякнула. Их надо разбивать, да-да-да. Он слева сразу загорелся, короче, этих... Вот эти куколки, их разбивать надо, я понял. Блядь, ну дайте хоть какую-то подсказку-то, ну вы чё издеваетесь-то, ёбаная жизнь. Что это? Панель управления. Но она не активна. Она не активна, она заработает тогда, когда я включу электричество. Ну как, сука, включить электричество? У меня второй вопрос. Где-то злоебаная подстанция находится. Как до нее добраться? Где дорога на злоебучую подстанцию? Ну я реально не знаю. Давайте побегаем, посмотрим. Может быть что-нибудь выгорит. О! Чикен. Тебе надо включить генератор после ветку. Да, да, нет, это я понимаю прекрасно. Это я все понимаю. Меня просто интересует, где это вот, да. Да нахуй ты взяла эту коробку ебаную? Открывай. Красный кристалл. Ясно. А его можно сразу спрятать? Запись. Запись игры. Давайте запишемся. А, во. Так. Хранить. Гербарий хранить. Кстати, а там из двух гербариев можно что-то сделать. Дайте я второй гербарий возьму. Да. Так, объединить. Вот с этим гербарием получилось смесь трав. 3 плюс 3. Я 2 дал. Как, блядь, 3 плюс 3? Что значит 3 плюс 3, блядь? Хранить. Пускай лежит в сохранности. Ну, не знаю, блядь. А, вот еще трава. Еще раз сохранимся. Где пожар тушил? Низкий. Ну, пойдемте. Тут я везде побывал. Так, а там ничего нет, там тупик. Уже этот пидор был гнойный. Не, пожар, по-моему, не здесь был. Да, он был не тут. Тут у нас это.
в метро. Дорогу надо запоминать. Там тоже пожар горит, я тоже его мог потушить. Вот здесь у нас. Через какой тот проход? Ну вот, блядь, я в комнате нахожусь. Я был здесь. А, блядь, вот дверь наверх. Ёбаный в рот, я ее и не видел нахуй. Эти шипзики ходят. Давайте почитаем. Записка электрика. Общественные генераторы предоставлены гильдии электриков Аракан-Сити. Отключение света. Отключение света продолжаются, и гильдия решила на временном. На временной основе расставить в городе несколько электрогенераторов. Их может использовать любой, но помните, что они работают с высоким напряжением. Если генератор заклинит или в него попадут пули, любой человек, стоящий поблизости, может получить удар электрическим током. Дописано от руки. Ясно, если генератор сыплет искрами, не подходите к нему, не глупите. Безопасность превыше всего, как говорится. Если мы переживем этот бардак, я смогу продать кучу сломанных генераторов со скидкой, блядь. Оригинально. Кто-то, блядь, отчаянно борется за выживание, а кто-то, блядь, на этом наживается на всем. Все как обычно. Так, этот вроде мертв. Записка. Предсмертная записка UBCS. 28 сентября. Ближний Восток, Восточная Европа, Восточная Африка. Я думал, что знаю, что такое ад. Полагал, что не сломаюсь, чтобы мне не пришлось пережить. Но эта работа одна, она должна была быть легкой. Быстрые деньги. Я это заслужил. Все произошло внезапно. В нашем взводе было 30 ребят. У каждого не винтовка, произведение искусства. Но всех нас положили меньше, чем за 48 часов. Я видел всякое дерьмо. И знаю, что дальше будет хуже. И если это только начало. Зовите меня трусом. Плевать. Другого выхода нет. Лишь бы мое тело не встало после того, как я нажму на курок. Но он застрелился. Понятно. Слабак. Шмальнуться проще некуда. Ох, блядь, собачки! Ненавижу собак в играх. Вообще, блядь, не терпеть не ненавижу, нахуй. Короче, если вот в эту ебань выстрелить, уебет кого-нибудь током. Я понял. По-моему, тут собака была, куда-то убежала. Давайте, где скримахиты? Выпрыгивание из машины, все прочее. Ну уже. Че это такое? А, это порох. Не нахуй. Ты забрала его все равно, да? Красота. Вот так игру можно с удовольствием, с наслаждением проходить. Изучать именно игру, читать эти записки. Когда у тебя нету головной боли, где, блядь, взять два патрона, чтобы застрелить того пидораса, который стоит за стенкой. В
Блять, ты еще идешь, что ли? Ну? Стреляет отвратительно, конечно. Мажет пиздец. Завал. В молоко очень много. Кстати, ближе уже к подстанции, я так понимаю. Да-да, я понял уже. Должен быть скримак. Давно уже не было. О, цветок другой. Забирай. Забирай эту клумбу, блядь, и пошли отсюда. Читаем. Факс от начальника подстанции. Всем сотрудникам, в связи с участившимися вспышками эпидемии, принято решение отключить подачу электроэнергии. Когда ситуация вновь окажется под контролем, необходимо оперативно включить 4 рубильника. Затем в комнате управления включите главный рубильник, чтобы вернуть подачу электроэнергии. Сначала 4, а потом в главной комнате. Понял? Вот 4. Касок, блядь, целый вагон. Давай. Ну, включай ее. А, записаться можно. Ну и... Что-то она не хочет их включать. А, о-о, нихуя себе, подстанция. А что это такое? Фу, блядь. О, боже. Пахнет как... Да я даже думать не хочу, как. Ага. Клумбы. Читаем. Зеленая трава работает. Начинало казаться, что чат никогда не вернется из обхода. И я засунул туда голову. Черт возьми, в следующий момент у меня в горле уже извивались какие-то личинки. Я давился и задыхался от их маленьких, от этих маленьких ублюдков. Все было нипочем. Вылезать они не желали. Я шатался во все стороны, а потом увидел ее зеленую траву. Однажды бабушка сказала мне, что зеленая трава является природным средством от насекомых. Поэтому я схватил ее, сунул в рот, проглотил. И вот те раз эта мелочь внутри меня оставаться не захотела. Я никогда не был так счастлив от того, что меня стошнило. Я снова выберусь туда, чтобы поискать чада, если что-то еще прочитает. Если кто-то еще прочитает это, помните, нужно есть зеленую траву. Да, я помню. Я помню. Травушка-муравушка. Зеленая трава. Давай расхлебеним, посмотрим, что там. Кстати, нам отмычка еще не попадалась. Все эти двери, они как бы, собственно, закрыты. Тихо. Ты чё, тряпка? Ёпта. Ой, в рот тебе засунули. Ой-ой-ой, всунули в рот ей. Зеленую траву пожевать надо, походу. Вытащить надо. Объединение предметов. Я знаю это все. Объединить вот с этим. Паразиты, смотрите, они ползают. А вот это можно еще объединить вот с этим? Нет. К сожалению, нет, но мы... Да стой ты, ёпта. Тихо, паразиты. Использовать. Оп, паразитов нет.
Чертова мерзость. Ха-ха. Тебе присунули в рот. Тебе только что присунули в рот. Подруга дней моих суровых. О. А, я так подозреваю, нам понадобится вот правило. Ага. Он сдох или он куда-то растворился, сука? Давайте еще возьмем, потому что если присунут в рот, нам придется толкать траву. Потому что если ей присунут, это беда. Так, подождите. Здесь рубильник, походу, да? Совершенно верно. Восстановлено питание, ёптош. Чё это такое? Патрушки. Че это нахуя? Так. Ползут. Второй рубильник. Всем привет, удачного стрима. Привет, Элмансон. Ой-ой-ой, сзади бегут. О-о-о, присунули! Да давай уже. Сука, мне присунули опять. Ну не мне, а ей присунули, твари. Да ладно. Теперь прорвалась стена. Это хорошо. Бля! Ебать, они меня пиздят. Подожди. А... Использовать. Внимание. А это еще... Внимание. Использовать. Изучить. Нормально. Я поизучал. Блядь, зеленой травки нету. Никогда об этом не думал. Что зеленой травки будет не хватать. Жека, привет. Кверт, привет. Давно стрим идет. 3 часа 52 минуты. То сейчас опять засуну. Нам сюда. Ага. Да, сука, я так и думал. Забери. Где он? Блять, они так ползают быстро, твари. Где еще один? Подожди, я кругами начал ходить.
Да. Ага. Держи карман шире, блядь. Так. Сколько включили? 3, по-моему, из 4, да? Или 2 из 3? Или 5 из 1, блин? Так, стопэ. Надо травы пожевать? Хорошо. Состояние хорошо. Не, подождите. Стопэ. Что за записка? Служебная записка с подстанции. Ключ от секции высокого напряжения пропал. Замена ожидается только через неделю. На это время старшему сотруднику смены выдана отмычка. Она существует в единственном экземпляре. Терять ее никак нельзя, поэтому, когда отмычка не используется, она хранится только в футляре. Просим всех сотрудников еще раз убедиться, что вы случайно не бросали ключ. Не забрали ключ. Нашедшему просим сдать ключ Кейт в отдел общего делопроизводства. Подожди! Мне еще одна подстанция нужна, блядь. Вот эти вот сиськи, блядь, они из них вылазят, вот эти клопы. Подождите, подождите, блядь. Вот еще одна. Вот он, еще один стоит. Как к нему подойти? С той стороны. Он не включен. Вот он четвертый и есть. Да, я вот сюда не пошел. Я же помню, что должен быть еще. Готово. Готово. Пора валить отсюда. Валим отсюда, валим. Налево. Восстановление питания. Ах, сука! Больно же? Блять, не в ту сторону. Ну, они сейчас весь проход будут закрывать, это естественно, хуля. Так, по-моему, направо. Да. Валим отсюда. И отсюда, и оттуда. Так. Вот здесь где-то должна быть отмычка. И я ее не взял. Не-не-не, подожди, я хочу использовать ее. Использовать. Хорошо. Хорошо, состояние просто идеальное. Ты встанешь? Вставай. Трава? Нет, потрошки. Я думал, трава будет. Залазим наверх. А где пятый рубильник, мне интересно. Сказано было 4, врубаешь. Отлично. Потом основной. А теперь рубильник основного питания. Да. Врубай. Наслаждайтесь. А что со стримом? Со стримом что-то не так, ребят. В смысле наслаждайтесь? Что там со стримом? Я чуть не пойму. Парни, у кого-то какие-то проблемы со стримом? Все окей со стримом? Было пару пролагиваний. Ну, давайте поставим. Я же говорю вам, сейчас настройки просто понизим чуть-чуть. А то, блядь, задрал их выше крыши. Куда нахуй? 6,5 гигов этой, блядь, памяти нахуй видео. И все на максимум. Давайте поставим сглаживание FX просто, вот и все. И за сглаживание. Ебать, уребить начало нахуй. Непривычно. Но будет почетче. Так, теперь я подрубил эту хуетень и... вернуться на станцию метро, ясно. И я думаю, что они все отреспаунились. Я восстановила питание. Молодчина. Молодчинка. Осталась система управления движением. Иди в центр управления метро. Хорошо, я там был уже. Я знаю, где это. А потому что там был? На шаг впереди меня, напарница. Мы не напарники. Действительно. Какие мы напарники с тобой?
Напарница, блядь. Блять, ну я так и думал, сука. Конь ты ебаный. А мне кажется, это по скриптам. А куда бежать-то? Я просто не знаю, куда бежать. Он замер. Сука, на измену садит постоянно вражина, блядь. Так, 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 сюда. Да. Карлос, эта тварь еще жива и преследует меня. Что? Скорее возвращайся на станцию. Сначала надо включить систему. Так, машинка. Да-да-да-да-да. Просто божественный гранатометик, блядь. Так, красную траву сейчас выкину. Охранить. Отойди нахуй от моей машины. О, блядь! Я не понимаю, ему что надо-то от меня, блядь? Ты хуй, мам! Можно ему въебать подбежать? На! Черемякнул? Ха-ха, сучий конь. Бежим. Блять, надо не сюда. Петух, блять, гамбургский. Не сюда. И не сюда. Лезем наверх. Нравишься ты ему, да, походу, блять. У нас это, видимо, любовь. Или как они ее там называют, блядь. Ты лазить умеешь, что ли? Да нет, он слишком здоровый, он сюда хуй пролезет. Это что такое, блядь? А, я просто оббежал. Ха-ха. Нахуй надо. Блять, напугал-то, петух! Ух, блять! Огонь. Хуй тебе. Ебать. Все, пиздарик. Стопэ, мне надо, блядь, посмотреть дистанция. Магазин пончиков. Где управление станцией? Комната управления метро, блядь. Здесь надо, короче, чик. Через магаз. Сюда по улице и налево. Ну правильно, там, блядь. Ладно, поехали.
Вот же она. И вот снова я здесь. Сейчас я здесь поплешки, блядь. Что дальше? Отлично. Теперь проложи маршрут. Хорошо, секунду. Так. Итак, куда нам надо? Поезд стоит на станции Редстоун, а нам нужно на Фокс Парк. Фокс Парк. Эй, я же суперкоп. Считай, готово. Че? А что надо делать? Разместить. В смысле 01? Подожди, что это такое? РЕ. Редстоун. СТМА. А, ну вот, Редстоун. Сверху. Вторая остановка у нас получается... ФА. Третья остановка. РЦС какой-то, блядь. Тут нет такого. РЦ. А нету РЦ, блядь. Райкон Стейшн. Вот это я понял, что его не убить. СМ. Почему на МА-то, блядь? ФО. Ну да, наверное. Но потому что РА она больше нигде не используется. МА. Почему М-то? Где ты здесь М-то увидел? МА вон сверху, наверное, Market Street. РЦ или РС, что-нибудь такое. РА. МА. Ну давай, давай. Фокс. Нет, вот здесь РА должна быть. Я понял, как они здесь обозначаются. РА. Дальше СА. Все, готово. В смысле, а там-то почему первое? ФО. Невозможно установить маршрут. Попробуйте еще раз. РА четвертый маршрут. СА. Так. Так, РА. Третий. СА второй. СА второй. Маршрут подтвержден. Карлос, это я. Маршрут проложен. Все, огонь. Жил ты нечто. Настоящий суперкоп. Давай на станцию. Мы подготовим поезд к отправлению. Блядь, тут этот хмыренок ходит. Подготовим поезд, блядь, к отправлению. А хуль толку-то? Там у меня он, блядь. Членосос этот ходит. Гандон, блядь, не... Какого хуя? Да, они начали превращаться, блядь. Всякую ебань.
Сам в ахуе. Ну вот, вот. Что за хрень? Мутация, ёпта. Получил петух. Бля! Да сука, конь ты безобразный, блядь! Она загрузится-то, блядь, на вот эту хуйню, да? Хорошо. А я нахуй обойдусь с этого места ебуче. Какого хуя? Блядь, их там хуева гора, вот в чем проблема. Ну-ну. Я из пожарной части Raccoon City. Что да нахуй. Упал. Соси бабуку. Так, бежим. Сразу поворачиваем направо. Выходим в калитку. Я не буду с ними нянчиться нахуй. С гранатомета будем убирать и все. Ну вот этот здоровяк-то вообще, конечно, пиздец. Так, что у меня там в инвентаре ничего не нужного нету? Так, а что у меня там есть? Мне нужна вот эта смесь трав. Давайте я его с собой возьму. Чё-то, блядь, в последнее время этот петух гнойный, блядь. Идет и идет за мной. Вперед. Написано черта, да, да. Я впечатлен. Мы готовы? Да, почти. Но нужно полчаса на техобслуживание. Ёбаный в рот! Николай, что там у нас? Город кишит этими тварями. Пробиться не выйдет. Почему она здесь? Помогает запустить поезд. Зачем тебе этот мертвый груз? Она ненадежна. Не спустит курок, когда надо. Эй, остынь. Из-за нее ты погибнешь. Почему ты так решил? Прости за это. Сейчас все на взводе. Дяденька пришел. Опять. Хули. Ему опять. Что? Эй. Выиграю тебе время. Стой. Стой. Ты что, охуела, что ли? Нахуй ты выпрыгнул, дура? За мной, уебок ты сраный. Говоришь, Старс? Да сейчас, по-моему, сейчас прольется чья-то кровь, блядь. Да, блядь.
Ты не видишь, я, блядь, здесь делом занят. Вовремя пригнулась, тварь. Я вырвал, нахуй. Красава. Вот он промахнулся, блядь. Ушлепок. Пошли, он сейчас стены выломает, к хуям. Да мне кажется, его нихуя не остановит это. Карлос, как слышишь? Карлос? Черт. Блять. Не буду пока. Найдите путь на поверхность. Сейфушечка. Карта канализации. Офис управляющего. Хорошо. Лаборатория, офис. Че, в канализации офиса одни, блядь. Карта местности. Прекрасно. Да. Замечательно. Просто супер, блядь. Монета восстановления. Я думаю, что можно ее взять с собой сейчас. Вот этот кустарник мы храним. Монету восстановления, естественно, мы тащим с собой. Вот эту поеботу я, наверное, хранить отправлю. Да, и все. Железная оборона, блядь, давайте железную оборону тоже возьмем. Вот так вот, нахуй. И пусть только этот петух пернет что-нибудь там, пиздаемо. Порву просто как тузик грелку, блядь. Сейф. Yes. Давайте сделаем коротенький перерыв. Поехали. Очень коротко. Давайте посмотрим, что она будет делать. Ну, во всех играх, когда персонаж долго стоит, он что-то начинает делать. Давайте посмотрим, что этот рвань будет делать. Поехали, короткий перерыв. Thank you.
Я так понимаю, эта вандовошка ни хера ничего не делает. Просто так тупо стоит и все. Погнали. Так, я же сохранился. Так, нет, здесь я зашел. Я думаю, что здесь контактный такой будет. Хуя стекла, блядь. Мешочек! Вы видели? Там мешочек. А как туда зайти? Это что, блядь, комната без дверей? Стопы. Нет, вон дверь. Я не понимаю. А, вот, здесь вот забраться можно будет. Да. Что это было? Что-то серьезное. А нельзя по ней въебать? Нихуя. Стопы. Ну только с той стороны больше никак. Тут больше ничего не сделаешь. Ты чё, блядь? Усиление охраны канализации. В контрольных зонах несколько раз видели неизвестного. Мы начинаем замену устаревших механических замков и вводить новые протоколы безопасности. Для разблокировки новых электронных замков необходимо раздать сотрудникам особые батареи. Держите личные батареи при себе во время перемещений по комплексу. Да? У меня нет батарейки. Дверь не открыть. Тут нужен источник питания. Ты прям пиздец. Сама логичность. Нужен источник питания. Я так понимаю, этот источник... Это нам нужно туда вниз херакать. Потому что я сомневаюсь, что здесь где-то есть какой-то источник питания. Да, и здесь, наверное, у нас тоже. А у нас нету там случайно никаких источников питания, блядь, в рюкзаке. Как они источник питания не положили, я чуть не пойму. На отмычке. Отмычки есть у меня уже. Нету. Тут тоже источников питания нету. Хорошо, нам вниз. Потом нам нужно будет вернуться обязательно сюда. Для того, чтобы забрать расширение мешочка. Тут хули вариантов нету. Здесь ни хрена ничего нет. Канализация, хуй тут. О, боже. Придется сжечь одежду. Не спеши. Сжигатель. Ебать. А это что за херня? Это пиздец какая херня. Здоровая.